Там вот одна женщина вопрос Владимиру Владимировичу Путину задавала. Не задавала, а просила слезно. Владимир Владимирович, запретите, пожалуйста, продавать пузырьки. А он сказал, нет, не могу. Ну, а смысл? Смысл, ну, запрещать, ёпта. Значит, я тогда умру, ёпта, на следующий день, ёпта. Без пузырька, без вот этого? Ну, естественно, ёпта, ну, это я... Пузырьки, ёпта. Пузырьки, во-первых, это не алкоголь. А что это? Вот. Ну как, сейчас тебе прочитаю, ёпта, бля. Ну, косметическое средство. Косметическое, ну вот. Косметикой. Это косметика обыкновенная. А как ее можно запретить? Это значит, мы будем запрещать одеколоны, ёпты, блядь. Запрещать... Не, ну послушай, так пузырьки-то вообще-то они... Вот ты говоришь, что это косметические средства. Значит, их надо по назначению использовать. Так почему? Мы не используем. Так по назначению я их и использую. Так это что там, например, там что ты там желудок косметике подвергаешь какой-то там или что, ведь? Нет, ну да, я его пью. Ну. И это вкусно. А, так у него чисто вкусовые качества больше, блин. Да, мне это нравится. Возбуждает вкусовые качества. Да, мне это нравится. Аперитивчик, охренеть. Ну да, вот. А остальное мне насрать. Ну а ты, Вита, согласен полностью с Витиным мнением по поводу косметических средств? Ну как? Ну, это косметическое средство, а как я могу не согласен быть тут? Ну, то есть его надо употреблять внутрь, не мазать на себя, а внутрь. Нет, да хочешь, мажь на себя, хочешь, внутрь употребляй. Ну, эффект как, один и тот же. Кому как нравится, собственно говоря. Там, у всех разные потребности. Ну, внутрь оно-то получше будет. Вообще... Просто шикарно. Вкуснятина такая, что за уши. А насчет похмелья, это же все-таки денатурат. А сними-ка, какой денатурат? Да это не денатурат. Денатурат это вообще... Какой эффект оказывает? Витя, а вот а какой эффект вообще оказывает? Вот это, например, косметическое средство боярышник вот на тебя. Какой эффект дает? Ну, как, ну, так как любому, ёпта, ну, человеку, ёпта, со стакана водки, ёпта, ну, вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. По сути вкусно. Обалденно, это просто. Просто шикарно. Я тебе дело говорю, это просто шикарно. А я вот знаю, что вот у вашего друга Зайцев левая сторона отнялась вот на днях. Ну да, отнялась. Ну, я не знаю, что там Зайцев употребляет. Ну, наверное, такой же канитель. А нет, может, не я такой. Я не знаю. Сосать, вот. Я знаю, сколько даже. Жрал, вот, ротимую, и это вкуснятина. Ну.